Всем привет, всем доброе утро. Кто в Европе, например, или где-то в России, но не в Северной Америке, посмотрите, что творится в Миннесоте у нас. То есть предупреждение от торнадо. И посмотрите, что творится на улице. Молнии какие. Они просто не прекращаются. Иногда сверкает так сильно, что становится светло, как днем. Вот, смотрите, я уже в течение 30 секунд снимаю, да? И вы видите сами, что творится на небе. К счастью, уже ветер прекратился. И сильный дождь. И все, что мы сейчас наблюдаем, это только вот молнии где-то на заднем. Обалдеть! На заднем фоне. Я думаю, у меня даже, мне кажется, дисплей телефона от такой яркости молнии немного в качестве теряется. На Инстаграм долгое видео не получится посмотреть. Получится в сторис. Это что-то. Я лично, то есть в своей жизни пока такого не встречал. Лариса уже мне многократно сообщала о таких природных действиях здесь. То есть на самом деле нам нужно было покинуть квартиру и уехать в специальные для этого места. То есть надежные места, укрытие. Shelter называется здесь, насколько я понял. И оповещение приходит на телефон всегда. Посмотрите, какие молнии. Да, и в общем, включились везде сигнализации. Как они? Сирены. То есть они слышны везде. Ну и зона действия этого, ну, торнадо, непогоды. То есть она распространяется не только на именно наш городок, на такой достаточно обширный регион. Ну вот у нас уже все стихает, да? У нас как раз в 22:45, да, было, Лариса? Сейчас вот все уходит. Да, ну в общем, я думаю, хватит. Я думаю, вы прекрасно поняли, что я имею в виду. Во, вот это да. Это просто обалдеть. Да, вот так вот бывает здесь нередко. И вот с апреля по, наверное, октябрь, да, Лариса? То есть еще весь сентябрь. Вот такие вот явления можно ожидать здесь, в Миннесоте.